top so we can know your story. Бля, короче, пошла нахуй, я в рот ебал эту игру. Давайте, блядь, соберемся и пройдем ее. Спасибо братцу Лео, который написал, где я пропустил поверап. Ну, не знаю, я не могу так оставить все. Просто, я думаю, я смогу. Еще раз всем привет. Тем более я жрачку заказал, привезу только через час, поэтому делать нечего особо. Придется сначала проходить, потому что павер-ап нужный мне на втором уровне. Либо можно начать с 10-го, но я не смогу пробовать на оружие. Так что в каком-то катере на втором левеле. Ладно, погнали. Стоп. Стоп. Важное забыл сделать. Восьмой уровень кто-то говорит? О, Фау, ты уверен в том, что я... Короче, я сначала начну. Белый катер гражданский, понял. Все, погнали. Главное один раз взять это оружие, и все будет нормально. Он будет на втором. Игра детская. Начинай с восьмого. Не начинай... Блять, вы определитесь, что мне делать, короче, чуваки, плиз. Только нормально определитесь. Потому что мне только один человек в личку написал, он сказал, что надо начинать сначала. Давайте, короче, решите мою дилемму. Восьмого Unreal. Мне нужно, короче, пушку собрать с тремя поверапами, чуваки. Так что, наверное, все придется проходить с самого начала. Первая пушка берется огненная где-то на катере, на втором левеле. Ну, я думаю, я быстро до туда. Ну, как быстро? Есть этот уровень мудацкий, третий. Короче, есть мудацкий третий левел, самый долгий в игре. Всех остальных боссов я уже знаю, как убивать, я не думаю, что это будет долго. Ну, не быстро, наверное, но я думаю, можно за пару часиков управиться будет. Восьмой уровень, да, это ад, и после него только один поверап, по-моему, или вообще ни одного. Ну, как бы, сам код... стандартный на тот уровень, он там с одинарной этой пушкой, но... Это гражданский катер. Нет. Это боевой был, видимо. Блять, игра зависла. Ну просто охуенно. Сука, а? Но если она виснуть не будет, будет лучше, я вам так скажу. Если она виснуть не будет. Не, я не засейвился вначале. Придется опять первый проходить. Эта игра как будто специально овнит меня. Ну ладно, зато я точно знаю, что на первом уровне этого говна нет. Оружие, так что я не буду так
дико потеть. Я и забыл за этот час, что отдыхал, какая она замечательная, эта игрушка. Какая она топовая. Блин, и сколько шмашны на то, что я там дропнул то или иное говно на досе. Блин, ребят, я вам серьезно говорю, ни одной из этих игр я бы не прошел, кроме ковров, ну, с коврами, ну, не подумай, бывает. Я бы не стал 30 уровней проходить, даже если это ваша игра детства, это Dark Knight, или как его там, ну это, блядь, не играбельно, как по мне вообще. Считайте, что я на кабале дроп. Вообще машина такой. Кабал не проходим уж точно. Абсолютно. 20 уровней с двумя жизнями. Ну хотя здесь 20 уровней с одной жизнью надо пройти. Если уж на то пошло. А, донатить мне не надо, мне заблочили аккаунт PayPal из-за мудил, который напрямую донатит, а потом, видимо, либо блочит свои карточки, либо еще что-то. Но я пытаюсь урегулировать эту проблему со службой поддержки, мне это просто доебало до ужаса. Что поделать? PayPal, такой PayPal. Да разберемся со Скорпионом, забейте. У меня там оружие было первого уровня. Пулял. Я еще тогда не знал, что это за игра. Скорпиона я нормально прохожу. Проблема не в Скорпионе. Самое сложное это будет пройти первые ящики космические, которые 30 штук. Вот это реально говно. Вонючее. И то это не сложно, а просто, ну, типа, уебищно. Надо, чтобы она не зависла сейчас. Я опять не сливанул и пароль не записал. Вот, катер нет? Да. Блин. Взял, все. Пипец игра, пипец. Красавцы, красавцы разрыва. Красавцы. Теперь осталось повера пособирать. Но я думаю, что к 8 левелу я так или иначе соберу все повера. Вот прикиньте, следующее повера-по оружие на 8 уровне. Следующий. Поверап оружие на 8, блять, уровне. На 8. На 8. Не взял тут, все, соси хуй, соси бибу. После 8 уровня один апгрейд оружия. Соси бибу. Взял там, соси бибу. Да, я буду сейвиться. Ну, не засейвился разочек. Напоминаю, что система паралей тут позволяет, кто, может быть, пришел только сейчас на стрим, система паралей позволяет, ну, если ты записал пароль, то ты именно начинаешь с тем же количеством хп, спешил. И всего остального. Что и было у тебя в начале. Ну, вот уже двойная. My high powered assault crafted will make short work. You will never leave this place alive. Окей, сейчас посмотрим, насколько он правду говорит. Напиздел получилось. Босс стреляет курагой, и мы его ловим. Ну, как бы... Да. Я в этот раз прохожу на изи, я почти прошел эту игру на нормале. Но игра сказала мне соси писю. Выкинув фортель, что без этого оружия, которое берется на первом уровне, оно становится непроходимым. Вот пароль. Продолжайте, короче, ребят, делать спринтскрины. Продолжайте делать спринтскрины. А гид дропнул своих асов? Охуительных или нет, я вот не понял. Да, мы полетели.
первого раза, наверное, и не получится. Это самое сложное, что есть в игре. То есть, ну, типа, если я это пройду сейчас, то все будет чики-пуки. Пройду или нет, трудно сказать, к сожалению. Игра рандомная очень в этом плане. Так, полетели туда. Ну, кто не был на вечернем стриме, надо уничтожить прорву просто ящиков. Просто гигантское количество. Естественно, вход идут и спешилы, и все остальное. Уже три спешила мной всрата. И будет, я думаю, даже четвертый спешил. Хотя, может, и нет. Всрат. Да, я думаю, будет. Да. Я просто точно хочу пройти этот уровень. Секунд. И где-то внизу остались еще ящики, которые так мешают кому-то в этой игре, что меня оставляют их уничтожать. Ну, это не ящики даже, непонятный геометрический объект. Один остался на 126 секунд. Я, мне кажется, лучше становлюсь в этой игре с каждым разом. Вот он. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, давайте отлетим. Уже понятно, что все пройдет нормально, да? Well done. Гид в самолетиках. Бедняжка. Так, стоп, сейв. Я не записал пароль опять, сори. Давайте в этот раз простите меня за это, то есть, ну, как-то за этот сейв. Ну, понятно, я уже доказывал, что это. Я просто боюсь этой машины, страшнее, чем чумы. Я думаю, всем все понятно. Не, ну в чатах, в форумах, в группах ВКонтакте сидят люди, которые все игры бы прошли, как бы это и так понятно, что я не прав, что все игры легкие, один я не могу вот с досовскими симуляторами полетов справиться. Да. Не могу. Я не садомазохист, мне не нравится играть в эти игры, что поделать. А то, что я гуляю, его обматерил, но пора бы уже понять, что у нас здесь происходит, да? Чем мы занимаемся. Ну, конечно, спешило брать. Я даже не просто спешил, просто подбирать аптечки и так далее в этой игре, ну, просто невыносимо. Kind of... Плохо я прошел этот уровень. Да. Так, мы лоудимся, потому что я пропустил слишком много. К сожалению, я пароль не списал, поэтому я заложусь. Ничего страшного, я думаю, не будет. Все и так. Просто, ну, типа, может, кто-то вот реально только сейчас пришел, опять отвечает на вопросы, мне постоянно одни и те же вопросы задают по поводу RPG. Почему ты не сменишь игру, почему ты играешь в эту, зачем вообще это нужно, не легче ли дропнуть? Ну, я думаю, что дропнуть легче, дропнуть всегда легко, а вот перебороть себя, пройти всегда тяжело, но стоит того. Посмотрим. Никогда так не бывает, даже потные ублюдки, типа того же Гитмана, горят, перепроходит тысячу раз, дропают и так далее. Но есть просто вещи, которые ты не можешь. То есть, как бы, эта вот вещь, да, я могу ее пройти, она говно, она меня бесит, но я могу ее пройти. Есть вещи, которые тебя просто нереально морозят, и ты не можешь пройти просто, потому что ты просто отвратительный
Какая бы отвратительная эта игра ни была, я могу ее пройти, я могу ее затерпеть, но, например, 40 уровней Dark Light, и я не могу затерпеть никак. Даже я понял, что там замедляется корабль, как это управление, я понял. Я просто не хотел играть в Space Sim на 40 левелов, даже если они проходятся за... Ну, они проходятся за 15 часов. Ну, это мне неинтересно сейчас, надо было норму поставить. Я что-то это, ну, хотел побыстрее, поставил изи, но... Неинтересно стало, короче, челленджа вообще никакого. Просто, блядь... За каждые 10 очков дают это... Дополнительную жизнь... Нет, пацаны. Можешь заново начать. Ну, я прошел ее на нормале, вы же верите мне, правильно? Вот, пароль OCONPG. Запишите, пожалуйста, его. Блин, ну, конечно, на нормале вообще не там. Нет вообще даже половины тех чувств, которые я испытывал, играя на нормале. В смысле, на изи. Играя вообще, короче. Нет вот этого чувства, блядь, свербения в анусе. На охуенности задумок авторов. Хотя все равно пиздец, конечно. Игра в 3D полностью невменяемая. Опять-таки для тех, кто тут пришел. Дропнулась мне после Кабала и после Дарклайт какого-то. Вот, Кабал не эмулировался правильно DOSBox'ом. Хотя, может, эмулировался, просто был неиграбельным портом. Сейчас уже трудно судить. А вот эта игра... А, Дарклайт... Ну, про Dark Light пару слов можно, наверное, сказать. Короче, сбиваешь тренировочные мишени, постоянно врезаешься в них, потом смотришь, там, 42 левела и дропаешь. Так примерно это было. Скоро будет DOS. Я тоже верю, что скоро будет DOS. Я все-таки надеюсь, что так оно и произойдет, что... Ну, самый проблемный уровень я прошел, как бы. Я не знаю, чем может быть затык. Я вот так вот пытаюсь вспомнить из боссов, ничего такого не могу вспомнить нереального, неубиваемого. Есть противные моменты. Думаю, справимся. В целом, просто летишь и хуяришь на гашетку. График не позволяет тебе особо разобраться, куда ты стреляешь, зачем, в кого. Ну, это и не важно. Сейчас Скорпион. В принципе, уже известен план. Он таков. От одной клешни к другой. Ламя. Полный. Гашетку. Первым делом самолет. Ну а девушки Потому что мы пилоты. Небо наше родной дом. А Скорпион идет домой. Вот и все. Надо на харде без языка. Да я не то. Нет, какая разница. Палец болит от этой игры. Опять я не записал пароль, блин, а. Пацаны, ну, опять сейф. Ну, я типа спидраню из-за этого. Ну, короче, стоп-машина в любом случае. Так, ну что тут у нас? Тут, по-моему, просто надо стрелять в эту ебасосину, и в какой-то момент она умрет. Или что такое? А, да, снести пушки наверху. И потом умрет сама ебасосина. Уж не знаю, что это.
Предполагаю, что космическая база наших противников. Пароль. УАЕУАЧСК. На всякий случай. С Иванем игра очень часто зависает. Я надеюсь, кто-нибудь нажал принтскрин. На самом деле, время, которое я потратил вот там вот, въебав. Я не знаю, сколько я времени там въебав, но въебав я достаточно времени, короче. Вот время, которое я там потратил, я бы, наверное, за это время дошел бы до того места. Ну, тем, кто снова прибыл, наверное, это ни о чем не скажет, но очень. Я там въебал немало времени. Потом расскажу, в чем суть. Боссом здесь будет, по-моему, как раз-таки Терминатор. Не удивляйтесь. Ой, это такое. Да, начали заново. Можете разбанить Гульмана. Я думаю, что он, правда, оскорблен до глубины души. Я действительно сорвался, но, блядь. Ну, если человек не понял, что я не могу сменить игру, ну... Блин, я и так на пределе был. Я просто думаю, вот он мне каждый раз пишет, там, типа, видел, как ты это проходишь, видел, как ты это проходишь. Но, блин, неужели он думал, что я добровольно играю в XXX? Она еще хуже. Я люблю Святослава Гуляева. Очень сильно извиняюсь перед ним за свое поведение. Он талантливый, хороший человек, который прям украшает интернет, но порой эмоции перехлёстывают через край. Я уже говорил, что я бы и своих родных мог нахер послать. Но, собственно, Ксюха подходила. Говорит, что будешь есть? Я говорю, иди в пизду. Ну и типа того. То есть, ну как бы даже самые близкие люди были мной обматерены много раз. Это еще хорошо, что ее подруга, которая живет у нас в неделе, не зашла в этот момент. Я бы, наверное, вообще по-жесткому. Это вот такая девушка, которая любит тоже подъебать. Ну, она украинка. Ну да, на этом уровне сложности как-то у меня уже 5 жизней накопилось. Да, это ГБА. ГБА, я говорил, что лучше отсосать член чурки, чем снова на него вернуться. Так и есть, но я вернулся. Сделайте принтскрин. Я думаю, все сделали. Погнали дальше. Спасибо, что помогаете мне. Без вас прохождение всех этих говёных игр было бы невозможно. Да, донат, я думаю, починит не скоро, поэтому сегодня вы даже не сможете меня отблагодарить за то, что я вам показал прохождение этой замечательной игры. Такие вот пироги. Ну, я стримлю не за донаты. Я стримлю даже не за платные подписки, хотя, ну, вообще, да, платные подписки для меня важны, но вот именно... РГГ и остальные такие стримы, где я играю ради себя, прежде всего. Слушайте, а у меня микрофон работает, кстати? Я просто что-то забыл, я включил его или нет. Будет очень обидно, если этот час прошел в молчании. У меня сейчас ОБС на другом экране, не могу этого проверить. Списки лучших, худших игр по окончании РГГ будут. Единственное обидно, то что у меня все РГГ практически на Game Boy Advance проходит. Типа, если бы реролы были там на сегах, я думаю, народ бы не так горел, но... Хотя там тоже много сложных игр, ну, в конце концов. Работает. Так, теперь надо вспомнить, как мы ломаем терминатор. А, ну, правая рука, левая рука. Как вчера история про панду? Да нет, ну, теперь вроде все нормально, слава богу. Слава Господу, нашему Иисусу Христу, все нормально.
Ну вот, пожалуй, и Терминатор повержен нами в неравном бою. Потише? Сейчас сделаю. Ой, опять забыл пароль. Ну, будем считать, что на горшке сидит король. Погнали. Так, надо вспомнить, что мне тут надо уничтожить. А вот так вот с кондачка я не вспомню. Вроде не это. Парни, кто помнит? Чё это что? А, тут, по-моему, просто продержаться надо 70 секунд. Не убившись об астероиды. Херово знает. На всякий случай никаких целей я не вижу. Так что будем летать. Возвращение неожиданное. Более того, я почти практически вернулся туда, где был в игре. Немного осталось. Друг звонит, говорит, пойдем в стрип-бар. Вот сейчас буквально было, ну, Кингос, мой хороший друг, которого мы давно не виделись, потому что он пить бросил. Видимо, развязал, не знаю. Пойдем, говорит, в стрип-бар, у меня стрип-бар новый открылся, называется Virgins, типа, девственница. Я говорю, блин, чувак, я так заебался, короче, мне не до девственниц. Он такой, ладно, давай тогда... А, говорит, давай завтра, говорю, пойдем. И он пишет, типа, завтра пятница, там все будет в офисных клерках и все такое. Я говорю, какая пятница, завтра четверг. Вот, оказалось, да, пятница. Ну, она уже наступила. В общем, пойдем, наверное, в другой день. Потом расскажу вам, как стрип-клуб Virgins. Что он из себя представляет. Я вот только не знаю, можно ли проституту, ой, в смысле, стриптизершам донатить. Прямо с кредитов. Вставлять. Ну, это уровень детства Кейка. Мы его хорошо запомнили. Горе надо леса. Ну, глядя, как все разъябывается, я могу только представить. Ну, блин, конечно, эта идея с восьмым и вторым уровнем. Все равно не дает мне покоя. Чем думали разработчики? Ну, недаром у этой игры 1.84. Не забудь фото. В Инстаграм, конечно, сделаю без проблем. Я просто не знаю насчет фото танцовщиц, но из толчка какое-нибудь фото я сделаю. Я постоянно в стриптиз-баре был 4 года назад. Я даже в гей-клубе был года 2 назад, наверное, в стриптиз-баре 4, может, даже 5 лет назад. Давно не ходил. Стриптиз. В этой игре есть тень? Ну, графически она, я думаю, просто лучшая на приставке, возможно. На консоли. Нажмите принтскрин, пожалуйста. Благодарю вас. Погнали. Тут и разрушаемость есть. Watch Dogs мы сейчас с Хованом обязательно поиграем, не переживайте. Это украинские палатки беженцев желто-синие. Да, как я на нормале без этого оружия проходил, это просто пиздец. Я... Может быть, я какой-то гений, знаете?
хардкора, о котором еще никто не слышал. Но это, конечно, тупо было, потому что, собственно говоря, ясно, что все эти уровни... Но я умудрился пройти без этой пушки на нормале. Убив всех. Только вот поверапы я собирать так не научился. Похоже, с боссом придется драться без фул хп. Смерть в этой игре это ГГ сразу, потому что ваши эти самые паверапы идут нахуй. Ну и погнали. Так, а босс что-то не дамажится, наверное. Ну-ка. А теперь? Будто не попадаю. Босс детства Кекса. Повержен практически. Да. Было плотно. Как-то вот с этим боссом у меня всегда тяжко. Ну вообще, хп мало, я, наверное, даже фидану скоро. Нажмите, пожалуйста, принтскрин. Спасибо всем, кто это сделал. Так, 5 хуесосин надо уничтожить каких-то. Ага. 5 краев у этой залупы. Это я помню. Ускоряем наш межзвездный корабль. Какие песни про космос вам нравятся? Вот о чем я подумал, может быть, в конце. Хотя, ну это не совсем космос, Сим. Как ни крути. Где эта красная белка? Вот она. Не удалось с первого раза. Удастся с второго. Да, блин, когда же она умрет-то? Меня просто напрягают довольно сильно. Вражина. Нажмите принтскрин, пожалуйста. Нажмите принтскрин. Спасибо. Полетели. Уровень ад и самый сложный босс Змей Горыныч. И самый сложный уровень, я бы так сказал. Самый сложный уровень, самый сложный босс. Насколько я понимаю, поверап на оружие мне брать уже не надо. Лучше оно не станет. Это все равно огненное оружие. Вот здесь его можно, да, подобрать второй раз. Уровень, конечно, просто отвратительный. Сложный. Непонятный. Красные атаки на красном фоне. Ну, вы их не видите, наверное, даже на стриме. Но поверьте мне, что враги здесь стреляют красными ракетами. Большинство врагов. Ну, это такое. Знаете, не хотелось, запарился. Которые это делали. Я напропускал.
Да, наверное, сейчас бот понадобится, если я тут вот кому-то не возьму. Блять, как я умудряюсь это делать? Ну, взять здесь что-то, я вам так скажу, не так просто, поэтому не смейтесь надо мной. Пока лети. Но вот этот, этот код запомните, потому что он мне пригодится. Все. Здесь мне код не понадобится. Если я здесь умру, я буду предыдущий код грузить. Вот этот огонь. Интересно, что будет, если я его возьму. Я буду стрелять одинарными. Ну, понятно. Ребят, давайте, короче, это код мне того уровня последнего. Давайте. Одинарными, прикиньте. Вот так человек проходил, проходил. Блядь, думает, блядь, возьму-ка я это оружие новое. Вместо своего лучшего в этой игре. Блин, вот, наверное, после конта все равно на нормале все будет. Джекэс Джон. Спасибо. Спасибо. Моя пушка снова со мной. Вообще надо, наверное, замедляться, когда вижу пауэрап, и стараться взять его в прицел, тогда я точно мимо не пролечу, но... Блять, все это делать еще надо одновременно спамя, короче, в огромное количество врагов. Это не так просто. Блять. Хуй подберешь. Красные поверапы на красном фоне. Красная залупа на красном. Все, вроде подобрал. Теперь жизни будет более-менее. Еще в конце уровня одна фул. Филка. Если там ее не проебу, то нормально будет. Вообще такая вот игра могла бы и на досе упасть, будем откровенно. Ой, блин, я себе не нашел. Кошмар. Так, ну отлично. Парни, принт скрин. Мы отменили ту часть с сжиманиями. В принципе, погнали. Главное не брать оружие. Ни в коем случае. Зайдет, кто меня давно не видел, знаете, типа кто. Ну там случайно. О, у Мэдисона есть Twitch, давайте зайдем, посмотрим, что там, наверное, он дотку катает, или пиздатые игры, шутит, сидит. Заходит такой. Или человек, который в последние там, типа, нет. Даже когда я стримил, там стримил Fallout, Арму. Разные игрушки, Counter-Strike. Сабдей проводил, чувак это включает, типа. Чего, блять? Что? А, ну наверное, это он типа в доту. Ищет в доте игру, в какой-то браузер поиграет. Я не знаю, букву О это или нет, но прошлый пароль подошел идеально, как мы видели. Но, опять-таки, для машинаторов, типа, все оружие, все, что накоплено, сохранилось. У меня сейчас седьмая жизнь будет абсолютно бесполезная в этой игре, кстати. Не, их всего 6 максимум. Длинный, блин, уровень перед боссом.
Так, ну сейчас Змей Горыныч. Нашел я там паттерн один, причем именно сам, а не с помощью. Не с божьей помощью, скажем так. Ох, какие тормоза. Так как люблю, когда тормозит-то. Ну такое, такое. Ну ладно, прошли, ладно. Принтскрины ваши. Нига, сучка. Примерно такой пароль нам падает. Нига, сучка. Погнали. 10 оккультных ящиков. Теперь надо разбить в космосе. Кстати, сделать это не то чтобы просто, если честно. Да, да, вот это мерзость, да, вот это, я помню, это мерзкий уровень за 100 секунд. Приходится на таран идти даже. Как раз в этот момент Хован пришел. Рассказывать, как у него с беды охуенно дела продвигаются. Понимаете? Два ящика, 50 секунд. Тихо, тихо, тихо. Один ящик. Как же я, блядь, ненавижу космические ящики. Well, до не. Готовим. Ми-уш-зю. Такой вот пароль. Спасибо за принтскрин. Почему Мэтт заново это говно проходит? Ну, потому что Мэтт ёбнулся. Ха. Да. Блять, спешил не подобрал. Вот это провал. А стоило бы. Это надо брать обязательно. В азиата. Ну, мы пришли туда, где мы и закончили, в общем. Недолго. Я думаю, это занял. Так. Не-не-не-не-не-не. Не надо. Не надо нам оружие. Все свое и так при мне. А вот это стоило бы взять. А, отлично. Длинный. Ой, блин, опять не взял. Да, 4 спешл перед этим боссом было бы здорово накопить, но будет 3. Да, но я был близок к отчаянию, ребят, в тот момент. Я я фуличк. Пароль, записываем. Ну и уровень, который просто снится мне. В кошмарах. В кошмарах.
Еще пока не снился, правда, потому что я не спал, но... Теоретически он мне в них приснится. Видно, кстати, вот вручную пароль вводит, но мне кажется, это лишнее. Хотя... Ну ладно, давайте не будем мрамойствовать. Я бы заново начал этот уровень, ввел бы этот пароль, ну просто лень. Поверьте мне, что я бы так и сделал, и все бы было точно так же. Просто мне нужен тот спешил. Мимо него не стоит пролетать. Если вы хотите пройти эту игру. Пленную. Охуенная игра. Да. Оружие, если подобрать, да, оно лучше не станет. Если кто не понял, станет один шарик снова. То есть, как бы, то же самое, если бы ты не взял. Точнее, ну, как первый раз берешь, как бы. Ну, это полный, я считаю, бред. Человек может просто этого не знать, а... этот уровень... Вот этот. Вот, например. Если тут на предыдущем ты берешь это оружие, все, следующий уровень непроходим. Просто непроходим. И это пиздец. Заново начинай, называется. Но это так не делают, по-моему, я считаю. В приличном обществе. Так что разработчики сильно, по-моему, переборщили. Ну, а я думаю, они не тестировали свое детище, поэтому как бы они не знали, что они натворили. Вот. Ну, тут можно один поверап, на самом деле. На самом деле, даже с 8 уровня я бы, наверное, набрал все нужные поверапы. Так, а в чем проблема? У него кончили же жизни. Поч, он жив. Все. Он умер. Делаем принтскрин. Баска жиз. Это важно. Сейчас принтскрин важен как никогда. И вот он, уровень, который не пройти без повер-апов. На этой пушке. Его и так непросто, я скажу, пройти. Я уже пробовал. Такие вот пироги. Где вторая-то глубина? Они еще и на карте не отмечены. Ну, это надолго, на самом деле, тут все равно. Вот. Теперь мне надо края от станции отбить, или... Что сделать? Или еще где-то есть эти штуки? А время-то уходит. Время уходит, и я понятия не имею, куда мне лететь. Не знаю, что мне делать. В этом космосе начнем. Вот еще одна идея. Взорвано. И вот еще одна. Ох, неохота мне еще раз. Ой, неохота. Еще одна взорвана. И, кажись, я видел или нет. Еще две нужно увидеть бы. Вот одна. Взорвань. И осталась последняя. Но я хуй знаю, где она.
Могу лишь догадываться. Но похоже, нет. Блять, да где она? Сука, обидно. Да. Такие пироги. Ну, я думаю, вы разрешите мне не вводить пароль. Это скучное и унылое занятие. Поэтому... Грузанемся. Да. Где последняя хрень? Вообще не знаю. Повсюду летают какие-то отвлекающие ебельди, куча обычных. Короче, ребят, кто карты вчера рисовал и все такое, пометьте мне вот точками зелеными на радаре, что должны были на самом деле разработчики сделать, где все воздушные станции находятся. Потому что я не могу их найти все. Не могу найти лишь не все. И то не каждый раз могу это сделать. Одна, и где же она? Маленькая моя станция. Вот она. Вот она, и это просто здорово, только уничтожься. Well done. Ну что ж, самый сложный уровень пройден. Фавора. Жмем принтскрин. И нам пиздец как нужны лечилки. Лечилки нужны пиздец как нам. Без лечилок я долго не протяну. И похоже, что я действительно долго-то и не протяну. Давайте молиться. Помолимся Богу рандома. Богу лагающего, вонючего, тормозящего рандома, что я проползу это дерьмо. До следующей лечилки я хуй знает. Может быть километр, может быть два. В этой игре все может быть, поэтому... Нам остается только надеяться и верить. Но, по-моему, веры очень мало. Надо было мне проходить того босса увереннее. Это очевидно. Ну ладно, давайте затраем все-таки. Мне кажется, вдруг повезет. Вдруг повезет, вдруг лечилка все-таки будет и сразу большая, ну кто знает-то. Пока нет, вот вижу большую лечилку. Можно добраться. Но не будем дрочиться с паралями. Надо дотянуть, парни, я почти дотянул уже. Нет, не в этот раз. Мы дотянем, я верю. Уходим влево. Поливаем огнем. Уходим вправо. Выпускаем ракеты. Первые трудности преодолены, но случайно ракета нас сломит. Музыка одна из лучших компьютерных игр. Ох, дотянуть бы до той лечилки. Ох, дотянуть бы, как бы было здорово. Вот.
Но похоже, что опять не получится. Сейчас какая-нибудь шальная ракета, шальная. Ну, наверное, придется сейчас перепроходить опять тот уровень. Я надеюсь, все принтскрины сделаны. Все похоже на то, что придется перепроходить тот злосчастный мой уровень с попыткой меньше урона получить от босса. Хуесоса. Ключилка-то близко, а то, блядь, спамят они не на шутку. Оп, 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 оп. Одну взял, большую. Живем, живем. Хилимся, живем. Главное не припутать лечилку с какой-нибудь хуйней, ненужной нам. Опа, ускорились, пролетели. КПшка есть, половина. Затерпим, пройдем. Лечилочку бы. Оп, 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 оп. Вижу, 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 вижу. Маленькая моя, взял. Шо это, блядь, за робот такой тут встал? Ебаный. Так. Я решил, что вести такие... Рассказывать про такие игры лучше в стиле Супонио, как вы уже поняли. Мне кажется... БЛЯТЬ! Да, тут бы и Супонио, наверное, на снегокате расхуярился от такого несчастья, но... Да ладно. Так. Записываем. Записываем. Точнее, делаем принтскринчики и погнали. Ну, я все равно, наверное, эти коды вводить не буду, но если зависнет там или еще что-то в очередной раз доказать там школьникам, что... Конечно, по-хорошему я должен их вручную вводить, чтобы аутентично было, но... Знаете, шла бы эта аутентичность в жопу. Есть разница между аутентичностью и аутичностью. Вот пароля мне никакого удовольствия не приносит. Ёбаный стыд. Но сейвскамить тоже плохо, я так посейвскамил, но да ладно. А, я слева была большая лечилка перед боссом, наверное, пригодилась мне. Чё-то я поплыл, молясь. Уже 8 контов, которые, как я уже сказал, вообще не играют роли в этой игре. Никакой. Может, у вас быть 20 контов, 50 контов, один раз вы умерли. Эту игру вы уже не пройдете. Забавно, что начиная за прошлого уровня, они перестали класть спешилы вообще на карту. Видимо, таким образом они разминают нас перед главным боссом. Еще предположение здесь можно сделать. Ха-ха-ха, you have come so far, you will not find me, ask me that other size now, enjoy. Ладно, небольшая пауза, передохнем, пожалуй. А то со сталкером драться как-то.
Ну чё, парни, давайте затраем. Наверное, с первого раза не получится, но... Куда теперь-то бить? А, подствольник. Переспамлю, переспамлю, пидораса-то! Переспамлю! Блять, или нет? Переспамил. Мафака. Ну чё, прошли, только с хилом дерьмово. Ой, парни! Чуваки. Я его прошел, вы же поверите мне. Чуваки, я его прошел. Ну там ничего интересного не было, я просто спамил и спамил. Давайте без машины, давайте без машины. Да не было тут пиздатого босса, обычный самолет. Ну перепроходить что ли? Верим, ну ладно. Запишите порой что. А, давайте заселюсь в другое, если будет прям машинак. Ну это не сложный босс, я просто передамажил его, и все. Ладно, давайте дальше, короче, неохота. Ой-ой. Прикольно, знаете, так появиться на карте и сразу в ебальник. Бодрит. Ладно, давайте прошлый уровень тогда уж. Чтобы машины не было. Что поделать. Перепройдем, убьем босса на Кэнон. Реально как некрасиво получилось. Ну, действительно получилось некрасиво. Я против любой машины. Потом скажете мне еще, что я запись какую-нибудь включил или типа не прошел самого сложного босса в игре, там еще какую-то херню. Я давайте, наверное, все-таки поступлю по-мужски, пока настроение хорошее. Машина все равно будет по поводу сейв, что я вручную пролинию вожу. Я прямо сам себе на душу наступаю, когда вот жму, но согласитесь, в этом прохождении не было того, что я называю сейвскам, то есть я не говорил, ой, этот уровень прошелся не слишком удачно, я начинаю заново, такого ни разу не было. Противник неинтересный. Выглядит он, конечно, пафосно на картинке, но на деле это просто бомбардировщик говна, которым я сразу сношу верхние пухи, все верхние пухи, и потом он начинает беситься, сыпать белой спермой, но поздно, потому что я как бы не прощаю таких ублюдков. В ту сторону. Сейчас вправо будем уходить. Наверное, может быть, последний. Вот тут я орал переспамлю, потому что мне надоело уворачиваться. Ну, собственно, я и потерял вот все хп в последней фазе. Последнего раза. Что, как-то опять мне все снес, ну да ладно. Гуляева простили? Разбанили? Он написал что-то? Ну, прости! Господи. Я знаю, что нехорошо ругаться, особенно на... человека, который старше меня, но я же все объяснил потом. Пусть твои, кто тебе помогает, там найдут этот момент. Я же извинился, что не пережил бы, если бы не увидел это. Но если он продолжает, ну я извинился, я не знаю, как еще можно принести извинения. Bad Sword Jungle. Погнали.
Я извинился. Я не знаю, что я еще могу сделать. Но... Я бы уже сказал, что я на свою женщину психанул, на кота и на маму с папой. Уж, к сожалению. Видно, это... Мне родственникам не приходится, так что... Чё-то какой-то уровень, знаете ли, неприятный. Мягко говоря. Мягко говоря, попахивает говнецом. Я бы сказал, пованивает говнецом. Потому что, как бы я не пытался уворачиваться, все закончилось печально. То есть, вообще, уровень начинается с того, что там сразу наносит обязательный дамаг. Я вот посмотрел бы на людей, которые, знаете, эту игру прошли вот... Например, на последнем боссе с одним хп, там, или типа того. Как бы они это все восприняли. Вообще какой-то, блядь, ад, нахуй. Ад из получения урона. Просто пиздец. Игра, успокойся. Я, кстати, думаю, что Гульман, следующая часть, должен быть именно шутером, летателем. Нам не хватает спейс-шутеров, Гульман, Гуль Спейс. Или Гульман на ковре-самолете, Гуль Карпет. Или Гульман в теннисе, Гуль Теннис. Вот, приплыли. Так, ну я оскорблен этим. Ну-ка, сразу налево. Пиздец какой-то. Кто так программирует, ублюдки? Вы чё? Где хилы, блядь, хилы в этой миссии? Где вообще чё-то? Они чё, реально вот это вот, типа, в финальной миссии, типа, они решили, что должны анус рвать так, что мало не покажется, и на всё насрать? Или в чём? Где это? Это ж полный пиздос. Играть невозможно. Вы, я думаю, заметили, что я не так плохо в этой игре уже стал, но это просто, блядь, жопа-раздиралка какая-то. Последний, мы почти прошли. Но я не знаю, насколько это затянется. Этот уровень, он, ну, типа, я не знаю, он доджебл дэмэдж во все поля просто. Давайте лететь вот так. Что я еще могу предложить? Вроде меньше получаем урона. Куда умираем? В этот раз две ракеты сразу в лицо. Уже обрадовался было. Вот, думаю, игру почти прошли. Куда? Весь экран во врага. В ракетах врагов. Ни одной хилки на квадратные квадрилометры. Если такое вообще существует. Здорово. Вместо хилки говняный поверап. Им самим не стыдно было. Кошка нет. Ну, парни. А. Чуваки, пердак не рвут тут. Не пиздел вообще, я даже не близок.
прохождение игры. Я думаю, здесь можно будет в крайнем случае действительно засейвиться и попробовать заново с утра. Ты можешь мне сказать, когда домофон позвонит? Я в наушниках просто. Там обставлено? Я вообще не знаю, как тут быть. Может, предыдущий левел пройти с большим хп? Ну, чувак, если что, мне тут все хп и так снимут. Остались пароли от предыдущего уровня? Снимают, блять, у меня почти половина хп снимает почти все. Это сколько мне надо хп? То есть снимают все вообще. Сколько мне надо хп? Блять, безумие какое-то вообще. Не, ну этот перебор даже по меркам этой игры, я так скажу, честно говоря. Очень, блять, какой-то перебор. Ладно, давайте пароль от прошлого уровня. Я попробую дойти до самолета с full хп и победить его, не получив урона. Потому что это непроходимо. Это непроходимо. И весь экран в проджектайлах, которые убивают тебя. Просто весь плашмя. Сейчас. Ну, отлично. Ладно, попробуем прошлый уровень пройти. Но это жесть какая-то. Давайте перед тем, как ввести пароль, выставим изи уровень сложности еще к тому же. Да бомбануй, бомбануй. Случай. Я не понимаю, я всех уже нахуй 30 раз послал на своих стримах. Так, стэк. А, это так тот уровень начинался? Ты что-то не то мне дал, братан. Это этот же уровень. Это этот же уровень, где мне... Или нет? Ладно, короче, хер с ним. Запотею, как он пройду, я думаю. Что-то тот уровень еще хуже начинается по хп. Я чуть не помню, чтобы мне так плохо было перед самолетом. Как-то размансовать, наверное, все-таки можно. Дичайше просто. Как, блять, коричневый барон восхитительный. Но не во всех случаях. Тут очень бы спешило, конечно, не помешало. Ой. Ух, кот-то какой.
Блять. Нет. Тут порой мне не подходит, там такое же говно. Давайте боком. Еще один какой-то есть. Ты это... Бабус. Ну ладно, может быть действительно стоит передохнуть. Давайте передохнем.
пацаны, блядь, я дебил, я игру прошел, и все это время, блядь, заставка была. Твою мать! Твою мать! Короче, пацаны! Блять, я заставку сижу перевожу. Ладно, сейчас еще раз дойдем. Боже мой! Боже мой! Я идиот, кусок! Ладно, сейчас. Главное до босса доехать. Он вообще просто убивает с первого раза. Доехать до него трудновато, правда. Да, пацаны, вот эта пушка, а у меня еще еда остынет. Блин, ну и отсос, а. Господи, я тут ес, ору. Думаю, вы поддержите меня в чатике спокойствия, асфиксейшн, что-то там член у кого-то лимзнул, опять там еще какие-то инфы идут. Я думаю, что, все вообще похер, что это говно прошел, что ли? Ой. Ну это пушка, короче. Блин, а если сейчас не получится? Мне, в принципе, повезло там немножко. Ну ладно. Зачем Мика врубал? Хер его знает. Я доставку брал. Вдруг курьер бы забежал и начал меня насиловать. Я бы это услышал. Короче, главное до босса долететь. Я думаю, мы уже долетим. Так что все нормально, что ли. Он с контов убивается, если честно. Я его с контов убил. Ну, блин, я надеюсь, получится. Иначе, конечно, полная жопа. 8 контов все-таки должно получиться. А может, и не с контов этот раз выйдет. Вышло так пока. Надо спамить как уёбок просто. А потом вот так вот делаешь. Так вот. Так вот. В этот раз было в эфире, да? Так. Давайте заново перевод. После того, как горящая жопа бомжа, которому только что победили, упала на землю, вы покинули силиконовую луну и вернулись домой, чтобы продолжить свои приключения там. Но вы знаете, что это все лишь до следующего вторжения карасков на землю. Потому что как только они вторгнутся, вы снова начнете помогать людям защищать вашу родную планету. Congratulations, you have completed Star X. Мафак. Эту ссанину даже досматривать не хочу. Так, все, я сейчас есть пойду, поэтому мы сейчас закончим стрим. Но знаете, что будет перед тем, как мы закончим стрим? Знаете. Ролл на DOS и дроп на DOS. Вот что будет. И снова узнаем, какая игра следующая у нас на Game Boy Advance. Именно так. Так, ну. Ретро гейм Гаунтлет. Ну, заметьте, я прошел, наверное, за час, полтора, два. Ну, то есть, то, как я горел в первый раз. Сейчас уже смешно вспоминаю. Главное, реально, вот сейчас я передохнул и с силами, с новыми.
прошел. Так, ну, чё, пацаны? Давайте все в чате. Давайте все в чате. В честь хорошего ролла, в честь игры детства напишем. Напишем радужную каппу. Потом между радужной каппой и следующей радужной каппой напишем игра детства. То есть радужная каппа, игра детства, радужная каппа. Давайте. Мне, кстати, человек предложил в личку, вот этот сайт сделать, чтобы я на DOS нажимал, и всегда Fallout падал. Давайте. Пожалуйста, просто игру, которую можно пройти. Или хотя бы интересную игру. Итак, капа пошла, мы жмем DOS, и выпадает Dragon Knight. Это персонаж из Dota? Что? Dragon Knight это... Dragon Knight это... Чего вообще такое? Knights of Xintar? Это и есть Dragon Knight? RAG RPG? RAG RPG? Мне нравится эта игра. Knights. Правильно я понимаю, что это и есть Dragon Knight? Или нет? Пацаны, как вы думаете? Она на немецком? Хотя нет, вот какой-то другой Dragon Knight. Или это она же? Похоже, что это она. Ай, блин, чуваки, короче, я не знаю, Dragon Knight это или нет. Я жду от вас в личку, как обычно, объяснений. Ее нет на английском. Я, короче, подожду до завтра. Я не буду ничего делать, короче. Найдите мне Dragon Knight. Вот мне упал, просто написано Dragon Knight. Ваша игра Dragon Knight. Вот. Если вы мне найдете Dragon Knight на досе, или типа, ну, действительно, Knights of Xillar это и есть Dragon Knight, то без проблем. Если нет, то в следующий раз следующий ролл. Я в этот раз подожду лучше. Да. Все, спасибо. Нет, на ГБА мне ничего кидать не надо. Спасибо всем, кто затерпел со мной это дерьмище. Пока. Да, и действительно, в личку обычно 1-2 человека помогают. Ребят, ну подключитесь, ну найдите, объясните мне. Давайте уже пройдем DOS. Ну нельзя больше сидеть на DOS'е. Я вам серьезно говорю, давайте уже пройдем DOS. Честно. Давайте пройдем. Пусть это будет RAG даже на 20 часов. Давайте вместе сидеть и проходите RAG, если это она. Давайте.